Готовим булочки с черникой. Для теста берем теплое молоко, добавляем дрожжи, соль, сахар. Хорошо перемешиваем, кладем 2 яйца. Дальше сливочное масло размягченное. Кладем муку и замешиваем тесто. Держим тесто в тепле 1 час. Дальше берем чернику, сахар, добавляем кукурузный крахмал, цедру апельсина и хорошо перемешиваем. Тесто поднялось, тонко его раскатываем, смазываем сливочным маслом, посыпаем начинкой из черники, сворачиваем в рулет, закрепляем края, делим на несколько частей, выкладываем на пергамент и выпекаем 35 минут. Булочки готовы, можно подать их со сметанным кремом. Всем приятного аппетита, с вами была Дания. Thank you.